Скажите, сыр. Готовиться к выпускным школьники начинают чуть ли не в сентябре. Один из главных этапов – выпускной альбом. Коллекция снимков призвана увековечить памятные моменты и дорогих сердцу людей. Однако не все так просто. Найти специалиста – настоящий квест. Соцсети пестрят аккаунтами с профессионалами своего дела, как море рыбами. Чтобы не тратить последние нервные клетки, можно обратиться в студию, которая специализируется исключительно на тематических фотосетах. Обычно в двух этапах. Это портретная фотосессия, мы каждого ребенка фотографируем на портрет, и еще есть уличная фотосессия, это второе. Также они фотографируются и в студии, и на портреты, и общими, и сами на телефон фотографируются, все в их распоряжении полностью зал. Популярной стала, получается, фотосессия в стиле 90-х. Вот это тоже каждый год фотографируется. Ночные съемки мы тоже делаем, фотографируемся возле молодежного парка. Последняя у меня фотосессия была, это в стиле Гавайи. В гавайских рубашках, гавайские цветы. Икона стиля. Головная боль всех выпускников – образ. Перед торжеством необходимо обойти десятки бутиков, чтобы отыскать заветный наряд. И если с молодыми людьми все понятно, главное, чтобы костюмчик сидел, то для девушек поиск платья оборачивается настоящим испытанием. Множество тканей, фасонов и цветов. Как из бесчисленного многообразия выбрать то самое? Если мы обратим внимание, то у платья это как гладкая фактура, да? Струящаяся, гладкая, похожа на атлас. И в прическе я также передала фактуру платья, да, и мы сохранили эту гладкость. Пронзительный взгляд. Важная часть выпускных сборов – макияж. Главное правило – гармоничное сочетание мейка и образа. Несмотря на то, что лицо – полотно, на котором можно творить с размахом, перебарщивать все же не стоит. В топе натуральность, нежное сияние кожи, спокойные оттенки, легкий румянец. Не покидают тренды графика, смоки айс и металлик. Выпускница – это все-таки определенная категория клиентов. И чаще всего, в 95% случаев, они впервые в своей жизни делают профессиональный образ у специалиста. И здесь важен такой момент, конечно же, не перегрузить прической, макияжем юное лицо девушки и тем более не придать лишних 5-7 лет. Упругий завиток. Завершает образ, конечно же, прическа. Стилисты советуют присмотреться к неизменной классике – гладким пучкам и хвостам. Если брать прически, то это волны в стиле Голливуд могут быть, или также объемные укладки, каскадные в стиле 60-х. Песни и пляски. Ведущий – залог веселого и интересного торжества. Именно он задает тон. Профессионал поможет определиться с тематикой праздника – лихие 90-е или Великий Гэтсби. И это далеко не единственные варианты. На его плечи ложатся основные заботы – развлекательная программа и, конечно же, отличное настроение. Мы в самом эпицентре выпускного лицея 1580. Здесь клевые ребята! Ребята, все руки вверх! Оу! Что передаете своим одноклассникам, что пожелаете? Ничего! Приятного аппетита! Неотъемлемой частью выпускного вечера становится праздничный фуршет. Дабы не тратить силы и энергию, услуги по обслуживанию может предоставить кейтеринг. Необходимо согласовать меню за несколько месяцев, и в самый важный день столы будут пестрить разнообразием вкусных блюд. Это огромная экономия времени, огромная экономия даже денег, потому что для того, чтобы приготовить большой ассортимент закусок, нужно закупить много продуктов, а израсходовать совсем мало. Это отсутствие грязной посуды во время приготовления, в процессе потребления пищи. Тарталетки, популярные брускеты, различные рулетики. Как-то и не выделишь что-то. Да, максимально люди выбирают максимально знакомые себе продукты, какие-то там экзотические виды или названия, они не очень пользуются популярностью. Новый этап. Школьный выпускной – событие, которое бывает раз в жизни, поэтому важно, чтобы от него остались исключительно положительные впечатления. Своевременная подготовка, начиная от мелочей и заканчивая основными пунктами, позволит сделать праздник на все 100 и наполнить сердце приятными моментами. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.